Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и, собственно, это небольшой обзор, разбор ролика, нового тизера от разработчиков игры «Война миров». Буквально позавчера вышел данный ролик, где нам показали частичку нового геймплея, часть, скорее всего, перехода на новый движок и, в общем, много чего интересного. Давайте прямо сейчас мы это вместе с вами рассмотрим, сделаем выводы. В общем, погнали. Обязательно ставь пальчик вверх и подпишись на канал. Поехали. Новые триподы. Оу. Здесь, подождите. Здесь я должен поставить обязательно на паузу. Где этот момент? Обратите внимание. Новый треножник. Достаточно качественно сделан. Есть какие-то непонятные иероглифы, которые нанесены на его туловище, если можно так выразиться. Какие-то инопланетные даже. Новая подсветка. Что это? Но это явно не тот трипод, который был в фильме. Качество модели мне нравится. Посмотрите на пульсирующий свет его головы. Кстати, вот эти захватывающие щупальца для людей. Они много о них говорили. Оу, безумно. Классно. Но это все пока что в прогрессе, да. Ребят, как заявили разработчики, то, что все, что мы увидим в данном ролике, так называемым новым геймплеем, это все незавершенные модели. Концепты. Концепты новых треножников. А, совершенно верно. Обратили внимание, да? У одного треножника была корзинка для захвата людей и помещение туда, чтобы в дальнейшем высасывать кровь. А у другого треножника ее нету. Ну, мы знаем, что будут три вида треножников. Это прекрасно, это радует. Рендеринг модели. Рендеринг модели связан с тем, что... То есть здесь явно разработчик нам дает понять, что они хотели внести те модели, которые были в фильме Paramount Pictures, но в связи с тем, что пока нет никакого ответа, они переделывают свои модели, немножко переигрывают оригинальных треножников, дабы не получить за это какие-то, знаете, баны, страйки и судебные издержки и все прочее. Да, мы знаем, каково оно это. Ну, давайте посмотрим. Прямо окунемся в мир. Оу май гад. Прекрасно. Так, подождите. Здесь я хочу обратить внимание, это переход уже на новый движок Unreal Engine, или это все-таки было Unity, то, что мы сейчас видим? Мне кажется, это все тот же Unity. Но посмотрите на свет фонарей треножников. Мне кажется, это Unreal Engine 5. То ли это половина переноса на Unreal Engine, то ли это Unity? Пиши в комментариях, короче говоря. У нас перенесены полностью значки жажды, голода, ХП. И, собственно, человек должен будет питаться.
Ну, правильно, как по мне, они сделали это все в отдельную колоночку, в такую, знаете, с левой стороны, нежели это было как-то, по-моему... О май гад! Это не оригинальные звуки тренажников. Безумно звучит. О, посмотрите. Я не знаю, видите ли сейчас или нет. Инвентарь справа. Tab, holster. Q, book, B. То есть, book. Что такое book? Ну, понятно, что инвентарь это там, где мы можем смотреть что-то, то, что мы нашли. Какой-то крафт или что. Но book. С чем это связано? Немножко не понял, но окей. Красная кровь. Не проработано, пока не проработано. А вот, кстати, мир ожил. Посмотрите на огонь. Это явно Unreal Engine. Это не Unity. Плюс вот эта дымка какая-то. Блики, конечно, света сделаны. Вообще прям свет на высоте, честно. Отражение. Видите вот эти маленькие блики? Оу, взлетающие птицы. Это птицы летят. Передвижение трипода хорошо сделано. То есть четко сопоставлены все три ноги. Так, стойте. У нас есть определенное меню, будет определенное меню инвентаря, то есть самого необходимого. Допустим, мы можем поместить что-то в главный инвентарь, допустим, тот же фонарик, тот же пистолет, тот же лом, нож или еду. Ну, как по мне, это классно сделано, да. То есть при самой первой необходимости мы можем выбрать нужный нам инвентарь. Оу, я даже испугался. Блин, ну свет сделан классно. Тут как бы, ну, никаких вопросов, даже зная, что это не финальный этап. Посмотрите, как ложится свет сквозь вот эту всю темноту. Как освещаются деревья. Инвентарь сделан под 6 нужных элементов. Опа, вот это очень интересно. Такс, то есть у нас... Блин, ну это мне определенно сейчас напоминает, знаете что, Long Dark. Long Dark, то есть мы можем находить какие-то вещи, набирать их до определенного веса. Можем, конечно, таскать и больше, но это, конечно, будет замедлять нашего персонажа. Либо, может быть, мы не сможем таскать больше 25 килограмм. Все зависит, может, от какого-то найденного рюкзака, но мы можем менять одежду, ботинки, что, собственно, будет влиять и на наше выживание. Холстер. Тут будет система крафта, блин. Она будет здесь. Это явно нам говорит об этом. По-моему, он нашел какой-то точильный камень.
Блин, ну звуки, конечно, нереальные. Ну, в плане том, что это круто. Опачки, стопы. Обратили внимание? Это двухстволка. Ружье. Ага. Крафтинг. Блин, классно. Камень, тряпки. Смотал две тряпки, получил бинт. Заточил камень, получил какой-то доисторический нож, либо это точильный камень, я не знаю. Так, мы можем, в принципе, как показано здесь, сможем заходить в любой дом, находить диван, либо кровать и спокойно переночевать на нем. 116 FPS. Это реально? Если это будет в игре, то это будет вообще просто бомба. О, это NPC. Это NPC, это явно NPC. Это звуки прибытия пришельцев. Помните, да, фильм «Война миров»? Когда они на капсулах, на молниях, в капсулах, на молниях спускались под землю, где уже были те самые треножники. Мир дикого леса, но я не вижу ни одного заявленного медведя, волка, лиса. Нам же вроде говорили, что будут дикие животные. Может быть, разработчики на время этого теста их отключили, я не знаю. И как мне показалось, что карта стала явно больше. Падают листочки, либо это бабочки летают, я не понимаю, насекомые. Но это оживляет мир. Это оживляет, мать его, мир, война миров. Чувствую прибытие треножников. Так. Но я думаю, что здесь, наверное, надо промотать. Тут особо, наверное, ничего интересного не будет, так как мы увидим только сплошные леса и все прочее. Давайте чуть вперед дадим. О, вой сирен. Они, кстати, говорили об этом. То, что по мере того, в каком городе мы будем находиться, если туда будут попадать эти треножники, у нас будет вой сирен. Это круто. Распыление красной крови. Да ладно, серьезно? Красная почва. Триподов. Так, подождите. А есть различия сейчас между вот этими треножниками? Так, эти с капсулами. Этот тоже с капсулой. А вот там уничтожитель был. По-моему, вот, да, видно. Чисто один уничтожитель. А вот тот треножник, который вылавливает просто всех и вся и высасывают кровь, распыляют свою красную почву. Ух ты, блин, это что было? Я даже не понял. Блин, я бы не хотел бы находиться в реалиях такой атмосферы. Даже сквозь такую темноту я вижу, как хорошо, в принципе, проработаны какие-то детали кафешки или магазина, в котором мы засели. Все горит, все уничтожено, блин, невероятно. Сугубо это делают треножники. Звуки переделали. Слышите, как эхом доносятся те звуки, которые в порядке, наверное, километров двух отсюда.
Чувак, на открытой местности я тебе не советовал бы стоять. Блин, я в предвкушении уже. Реально, я в предвкушении этой игры. Я, конечно, понимаю, что, наверное, многие скажут, да блин, да что там делать? Просто бегать, тупо выживать. Да ты попробуй хотя бы прожить сутки, хотя бы одну ночь в таком мире. Такой, знаете, апокалипсис. На звуки рации военных? Подождите. В смысле, подождите. Ну, я понимаю, но... Вроде бы вся аппаратура после вторжения пришельцев перестала работать. Мне интересно посмотреть крафт. Так, что по крафту? Давайте посмотрим. Мы видим здесь непонятную палку какую-то, я не знаю. Боюсь предположить, что это дымовая шашка, возможно. Может, либо фаер какой-то, куски мяса, тряпки, консервы, еще какая-то банка консервов, тряпки, фонарь, вода, камень, скотч, перья. А компас. О, ха, классно. Ну правильно, как, блин, ориентироваться на непонятные местности? Патроны, оружие. То есть, смотрите, мы можем... Я так понимаю, это вот старт. Определенно старт просто нулевой. И, блин, мы будем появляться голыми, но... Как по мне, это как-то, ну... Нереально, но окей. Коктейль Молотова. Что? Это станок! Это станок! Вы видели, да? То есть мы можем находить в городах какие-то гаражи непонятные, где будет станок для крафта. Это, блин, ну это... Это Long Dark, мать его, точно. Да, определенно будет крафт. Классно. Смотрите, мы можем делать какие-то стрелы. Веревку. У нас есть две бумаги. Или это две ткани какой-то непонятный. Коктейль Молотова. Две палки. А, пять палок. Простите. Ты просто берешь, блин, пять палок каких-то, я не знаю, от кустов оторвал, от дерева и скрафтил коктейль Молотова. Ну, наверное, это просто примерно пока показано. Ладно, хорошо. Фрэг гренейд. Даже гранаты можно крафтить. Вау, окей. Делать патроны. Ух ты. Ух ты, бог ты. Смотрите, видите, птицы летают. Я думаю, это зря. Я думаю, это зря. Он же тебя просто заметит на открытой местности, чувак, ты чё? Он ищет, 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 смотрите. А, кстати, существо-то, по-моему, уже даже маленько подыхает. Потому что вроде бы по фильму птицы уже прямо-таки садились на треножников, летали прямо над их куполами, над их головой, когда существа уже подыхали. То есть, наверное, вот в этот момент можно уничтожить, попробовать треножника, я не знаю. Так. Ну, я и говорил. О, вот это вообще финал. Вот это вообще классно. Вы поняли, да, о чем я? Общение с NPC. Диалоги с NPC.
Они убили мою семью, моих друзей, Они просто... Вообще, что происходит? Какого черта? Почему? Блин. Интересно, а между диалогами можно какие-то плюшки полезные для себя выведать? Что? Что им надо? Ты, чувак, ты так и не понял. Да, мы можем с ними поговорить. Это не война. Это уничтожение. Чувак обвинил Европу, что эти машины пришли оттуда. Ружье, дробовик, двухстволка. Больше похоже... Ого, смотрите, мы сможем грабить. Реально? Смотри, просто направляешь ствол на NPC, он такой, типа, слушай, чувак, не убивай меня, подожди, я тебе все отдам. Диалоги. Мы можем проигнорировать, можем, в принципе, согласиться, либо поболтать с ним просто. Давай посмотрим. Мое имя Эйрон. Ага, я живу здесь, через дорогу. У меня есть две девочки, маленькие дочки, и они напуганы. Вы можете мне дать немножко еды, пожалуйста? Дать еду, либо пропустить. Спасибо! О, мой бог, спасибо большое! Вы спасли нам жизнь. Да, кстати. Через дорогу вон там жил коллекционер оружия. Я думаю, что вы сможете найти там что-то для себя полезное. То есть, смотрите, взаимодействие с NPC. Блин, это классно. То есть, у нас будут, я так понимаю, и какие-то бандиты, и какие-то нормальные обычные персонажи. То есть, они у вас будут просить что-то взамен, но они вам будут приносить охеренную информацию. Да. Спасибо. Хорошего дня. Ладно, хорошо. Прибытие новых треножников. Ох, эти всплески молний. Да, треножники будут погибать, и какие-то треножники будут, собственно, прибывать по новой. То есть это, знаете, такой замкнутый круг будет, замкнутая цепочка, я бы сказал даже, наверное. Чувствуете хоррор? Слышите крики? Настораживает. Блин, я даже испугался, честно, я очканул. Так, переделанная модель треножника тогда, когда он, в принципе, появляется только из земли. Самое начало хоррора и ужаса. Ну, как по мне, мне кажется, даже вот летящие с его головы там камни, земля... Ничем не изменилось, как... первых-вторых трейлерах. Единственное, только графика поменялась, да, модели зданий, модели автомобилей, надписи на зданиях оживили мир.
Наверное, это Unity все-таки, я думаю. Хотя, может быть, и кусочек Unreal Engine 5. Безумно. Давайте досмотрим до конца. Они бы еще бы, конечно, бы оживили бы мир. То есть, как по фильму, я помню, улица города, она была просто завалена людьми. То есть, все бежали, кричали, а весь город собрался в одном, блин, месте, где появились треножники. Здесь я не чувствую пока такой атмосферы. Погодные условия. Дождик. Визуально выглядит паршиво, лишь звуки хорошо сделаны. Но вот это классно будет увидеть, блин, в игре, когда ты стоишь на какой-нибудь горе, в лесистой местности, на холме, и смотришь, как треножники просто спускаются. А, новые треножники прибывают. О, вот это вот вообще тема. Разнообразие оружия. МП5, двухстволка, арбалет, автомат Калашникова. А, что, серьезно? Это полигон. Нож, топор. Что? Подождите, немецкий карабин? Кар-98К? Вы что, смеетесь? Реально? А, может быть, это, конечно, подвязка типа коллекционера оружия в том городе, как бы... Я не знаю. Но автомат Калашникова, конечно, понятно. Он достаточно распространенное оружие во всем мире. Коктейль Молотова, дубина, бита. Новое оружие. Два выстрела, и ты труп. Логично. Так, баланс NPC. А, баланс полностью сделан. Пишут. В голову фатальный выстрел. Логично. Вы видели, да? NPC могут просто вставать на колени и сдаваться. Живучая бабка. То есть, блин. Баланс. Концепты очередные. Хорошо. Баланс. ХП, попадание от выстрелов, то есть если вы попадете в ногу, то персонаж будет бежать, попадете в две ноги, персонаж будет ползти, попадете ему в сердце, персонаж умрет. То есть не надо будет выпустить в него 100 пуль, то есть все реально, блин, внесено, подобрано реалиям жизни, да? Блин, классно. Короче говоря... Мне безумно понравился данный трейлер, и много чего я в нем увидел. Я, конечно, очень удивлен от того, что будет крафт в игре. Этого я, ну, как бы я не ожидал. Ну, что-то слышал мельком, но по мне это безумно классно. NPC на данный момент достаточно хорошо проработаны, диалоги. В диалогах можно будет узнать что-то новое для себя. То есть не просто ты подошел, ограбил кого-то, слушай, чувак, гони свою жрачку и тыры-пыры, да, все дела.
Блин. Короче, пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Все, до новых встреч.